Приветствую всех на канале Банковский. В нашем обзоре восточный вклад от Восточного банка. Это новоиспеченный вклад, он совсем недавно появился. И сразу же бросается в глаза просто очень высокая процентная ставка до 6,4% годовых. Значит, срок вклада от 1 месяца до 36 месяцев и от 30 тысяч сумма вклада. Вроде бы на первый взгляд все здорово, но это такая откровенная замануха, да. Не нравится мне вот, что банк именно вот так поступает, но тем не менее, как бы иначе, видимо, привлечь клиентов уже не удается. Ну и здесь варианты какие? Вот здесь можно в евро открыть вклад, да, тут до 23 тысяч от 500. От 500 евро до 23 тысяч евро. Ну и здесь суммы тоже выбираете, какие вам нужны сроки. То есть в этом плане, конечно, удобно. Значит, условия у нас более подробно, если рассмотреть, то мы здесь сразу видим, что процентная ставка вовсе не фиксирована по этому вкладу. Здесь получается от 3% до почему-то 4,7%. Видимо, вот эти вот 6,4, они являются бонусами какими-то к процентной ставке, которые нужно еще заработать каким-то непостижимым образом, да? Значит, капитализация процентов в конце срока вклада. Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока хранения вклада. То есть, если деньги заберете, то ничего не получите. Итак, общая информация. Здесь идет пояснение по поводу бонусов, которые получают. Ну, во-первых, клиенты, которые получают пенсию или заработную плату при сумме вклада до 1,5 миллиона рублей, у них, значит, бонус идет 0,3%. При условии, что заработная плата и пенсия зачисляется на счет. Клиентам, который оформляет пакет услуг по программе «Проценты в подарок», да, при открытии вклада в рублях от 1,5 миллиона рублей на срок от 6, 12, 24, 36 месяцев, 0,2%. Это тоже, да, бонус дополнительный. Ну и также преференции имеют клиенты, которые открывают вклад в рублях и, соответственно, подключаются к инвестиционным продуктам, да, то есть инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни и индивидуальный инвестиционный счет. То есть вот эти вот самые, значит, счета, они дают дополнительные бонусы, в том числе и в виде процентной ставки. Ну и вот здесь нетрудно посмотреть, при каких условиях наилучший процент, да, то есть наилучшая надбавка, прошу прощения. То есть получается 1,6, да, при условии, что вы берете на год и до 500 тысяч рублей. Но опять-таки, при такой маленькой сумме сравнительно, да, и сравнительно небольшой надбавке, получается очень узкий диапазон сумм, при которых вы можете заработать в совокупности вот эту повышенную ставку. И получается, что вам придется открывать инвестиционный счет, вам придется совершать определенные действия, которые в конечном счете могут принести вам убытки. То есть вы повышенную ставку-то получите, но убыток совокупный может составить намного больше, чем вы заработаете по этой ставке. И в конечном итоге вы, сведя дебет с кредитом, придете к выводу, что лучше бы вы согласились на проценты, вот, например, там 3% или 4,7% даже, там, да бог с ним, ну вот в этом диапазоне. Было бы больше доходность конечная, да, чем если бы вы открыли вот эти вот инвестиционные вклады. Конечно, на инвестиционном вкладе можно получить больше, но и риски там тоже больше. И ждать дольше, да. Ну и вот здесь сводная таблица, то есть ставка по вкладам идет, диапазон сумм, сроки и проценты.
То есть это вот обычный процент без вот этих вот надбавок, которые, о которых мы сказали. Да, если вы откажетесь от инвестиционных счетов, не будете зарплату получать на карту Восточного банка и прочее. Но здесь Восточный банк не конкурентно способен, потому что топовые банки, такие как, например, ВТБ, Банк Открытия, Альфа-банк, в некоторых случаях предлагают процентные ставки выше. И самое главное, что там надбавки получить несколько проще, чем в Восточном банке. Ну, в принципе, как бы это дело сравнения, можно посмотреть. Но хочу сразу вас предостеречь, что сейчас вклады и программы по вкладам меняются очень стремительно. Банки одни вклады прекращают выдавать, по другим вкладам в одностороннем порядке меняют условия каким-то таким странным образом с юридической точки зрения. Ну и некоторые вклады появляются новые, да, с огромным количеством завуалированных таких условий, каких-то подводных камней, как вот данный вклад. Поэтому будьте осторожны при выборе. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.